Как сделать из тачки танк? Очень просто. Заходим в папку, где у нас установлена игра. Тут заходим в Common, Data и Handling. Так и называется. Открывается при помощи блокнота. Тут ищем машину, которой хотим дать массу. Первая цифра в этом списке, вот эта вот, это масса автомобиля. Я хочу поменять на комет, потому что она очень быстрая. Запоминаем, сколько было до этого. Да и просто что тут запоминать. Нулей так добавим. Что тут у нас? Вот 145 тонн будет она весить. К слову, в этом файле можно поменять все. Ускорение, там торможение. Вот 240, это у нас максимальная скорость здесь прописана. То есть, ну, сейчас все увидите. Сохраняем. И заходим в игру. Далее ищем ту машину, которую мы подменили в файле. Ну, в моем случае это комета. Или 911 Porsche. Его нужно зачетырить. Вот эта машина сейчас весит 145 тонн. Но едет она как обычно, ничего не поменялось. То есть также разгоняется все. Но есть одна прикольная штука. Вот, допустим, таксист. Я даже не заметил, как он улетел. А у нас нет даже... А, вот царапина на бампере есть. Соотношение масс, понимаете, да? Ломаем физику. Вот можно слегонца ему поддать под жопу. У него нету жопы. Итак, смотрите, сейчас вы пункт назначения увидите. Последняя серия, которой по телеку еще не было. Разгоняемся просто вот туда сейчас. Навстречку, блин. Что-то тут пробок нету. Суббота, что ли? Давай, где машины? Блин, одна только, так неинтересно. Блин, я так не играю, а? Еще он подстава едет, как у меня. О, вот они. Пошла, собирай. Вот этого подкинул. Можно еще проехать разочек. Всем, кому не досталось, вот. Вторая добавка, порц. Сейчас вот это разгоним. Ай, такая ж тачка. У меня есть идея. Сейчас я покажу, как это будет. В тоннеле. Далее находим тоннель. Заходим, убеждаемся, что у нас в игре вот здесь трафика, количество стоит максимальное. И заезжаем в этот тоннель на полном ходу. Напомню, машина весит 145 тонн по файлам. Это тяжелее, по-моему, любого танка. А сейчас мы тут проедемся, как у себя дома. Это первая волна, и вот тут сейчас будет вторая. А, я врезался, там была такая же машина, как у меня. Вы тоже не любите пробки. Вот тут я сейчас проеду, как так и должно быть. Она сейчас жахнет. Все, надо же починить. Во. Давайте еще раз заедем, блин, надо весело, особенно на выезде было. Дорогу молодым. Да блин, меня занесло как, а? Все, поехали. Все, ходу. О, копы едут. Ладно. Никому не уступаем. Блин, у нас колеса нету. Это лютый хаос. Вот здесь. Я не знаю, сколько я машин уже разбил. Поехали еще раз. Проедемся здесь же. Сейчас мы его разгоним до скорости звука. И в дерево. Где она ушла куда? Да останавливайся ж ты. Я даже не видел, куда она улетела.
Еще один прикол, который дает этот изменение этой массы, сейчас я покажу. Нам для него надо машину помять. Сейчас вот эта стенка подойдет идеально. Просто мнем вот так за несколько раз. Это, кстати, машина идеально подходит, потому что у нее двигатель сзади, и она не задымится. Все, вот она более-менее уж хорошо вошла. Сейчас еще разочек для конкретного. Теперь ищем нашу цель, которую хотим запустить, как бы догадались, в космос. Сейчас мы найдем такого вот, а вот он, этот безумец. Надо подъехать к нему, желательно ровненько. Подъезжаем. Нет, машина должна быть целая, которая подъезжаем сейчас. Менты подойдут. Просто идеально подойдут. Сейчас как раз сзади еще толпа. Вот подъезжаем, все. Читами восстанавливаем тачку. И она уходит как снаряд с пушки просто. Сейчас попробуем еще раз. Только так, чтобы никого не было сзади. Здесь вот поставим комету. Так, а, нет, комета не пойдет. Ну, что-нибудь вот. Комета не пойдет, потому что она весит столько же, ничего не выйдет. И вот этой машиной мы сейчас будем вот тут вот трафик долбить. Сейчас. Так, ну, думаю, вот отсюда будет нормально. Садимся в нашу пушку. В прямом смысле слова пушка, гонка. И сейчас будет экшон. Главное ее не помять. Тачка, которую толкаете, должна быть цела. Заряжаем наш пистолет. Ну, давайте эту зеленую. Ну, думаю, вы поняли, да, мою мысль. Ну и под конец видео я хочу сделать тест. Выстрел просто верой будет. И мне интересно, долетит она до той трубы или нет, вот которая между ограждениями сейчас видно. Чуть подтолкнем, все, пробуем. Делаем ставки и огонь. Нет, не долетело. Ладно, ставь лайк, если понравилось, если вообще эта тема заходит. Ну и до новых встреч.